Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, номер 150. Дано число 3241. Запишите все числа, большие данного, которые можно получить с помощью перестановки цифр этого числа. Итак, число 3241. Чтобы число было больше данного, в разряде тысяч должно стоять либо 3, либо 4. Если в разряде тысяч будет стоять 2 либо 1, то она будет меньше, чем данное число. Посмотрим, может ли в разряде данного числа, в разряде тысяч, стоять 3. Будет ли с помощью перестановки записано число, которое больше данного. Если в разряде тысяч цифра 3, в данном числе в разряде сотен цифра 2, значит, чтобы число было больше данного, в разряде сотен должно быть цифра, которая больше 2. У нас единственная цифра, которая больше 2 в данном числе, это 4. То есть на втором месте может стоять цифра 4. Тогда на третьем месте может стоять либо цифра 2, либо цифра 1. Больше вариантов нету. И тогда на четвертом месте при цифре 2 на третьем месте может стоять только цифра 1, а при цифре 1 на третьем месте может стоять только цифра 2. Мы получили два числа, которые больше, чем данное. Вариантов, когда на первом месте стоит цифра 3, больше нету. Мы выяснили, что цифра 2 и цифра 1 на первом месте стоять не может. Тогда это число будет меньше, чем данное. Итак, на первом месте стоит цифра 4. Тогда на втором месте может стоять цифра 1. Либо на втором месте может стоять цифра 2. Либо на втором месте может стоять цифра 3. Больше вариантов нету. Если на втором месте стоит цифра 1, то на третьем месте может стоять либо цифра 2. Тогда на четвертом остается только цифра 3. Либо цифра 3. И тогда на четвертом остается только цифра 2. Если на втором стоит цифра 2, то на третьем может стоять либо цифра 1. И тогда на четвертом остается только цифра 3. Либо цифра 3. И тогда на четвертом только цифра 1. Если на втором месте цифра 3, то на третьем может стоять либо цифра 1, и тогда на четвертом остается только цифра 2, либо цифра 2, и тогда на четвертом цифра 1. То есть всего у нас получилось 8 чисел больше данного, которые получились с помощью перестановки цифр данного числа. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.